Всем привет, меня зовут Софья, вы на территории полезного контента, и сегодня я буду вам рассказывать про моноблок Lenovo Yoga A940. Компания Lenovo анонсировала выход моноблока еще в январе 2019 года, и в магазинах он появился летом 2019 года. В течение недели я его тестировала, и сегодня буду вам рассказывать о своих впечатлениях и покажу вам, как я на нем работала. Для начала скажу, что Lenovo позиционирует его как моноблок для создания и редактирования цифрового контента. Хоть я не иллюстратор и даже не графический дизайнер, но все-таки у меня в руках стилус, и мне придется показать вам, как я делала на нем иллюстрации, хоть и простые, но хоть какие-то, потому что мне было важно в этом разборе не просто рассказать вам о его характеристиках, но и все-таки показать вам, что он может и что с его помощью можно сделать. Сейчас будет таймлапс под музычку, потому что я не знаю, что рассказывать во время создания моей иллюстрации, а после нее буду рассказывать вам уже о моноблоке. Всем привет, меня зовут Даша, и хоть я не графический дизайнер, но всегда хотела быть иллюстратором и закончила художественную школу, поэтому решила попробовать создать что-то на Lenovo Yoga. Скажу, что это первый мой опыт работы, в принципе, на моноблоках и создания чего-то диджитал формата. До этого пользовалась скетчбуками. Если честно, я очень удивилась простоте взаимодействия с Lenovo. Я интуитивно понимала функционал и спокойно, без проблем создала иллюстрацию. Более того, в художественной школе мы всегда работали за мольбертом, и концепция Lenovo чем-то мне напомнила этот процесс. Я так поняла, что при постоянной работе можно полностью построить моноблок под себя. Более того, я левша, поэтому для меня супер актуально кольцо, которое может быть установлено как справа, так и слева, ну, в моем случае слева. Теперь перейдем к характеристикам. Я хочу начать с того, что прям бросается в глаза. Это огромный дисплей 4К, который очень подвижен. И с помощью всяких перемещений
вы можете превратить его в мольберт. И именно для иллюстраторов это особенно удобно. Ну и также есть вполне обычное положение. И выглядит это как обычный монитор. Моноблок оснащен очень мощным процессором. Это Intel Core i9. И честно скажу, что в процессе работы я вообще ни разу не столкнулась с каким-то лагом или какой-то заторможенной работой. Хотя я использовала Photoshop, и вы сами прекрасно знаете, что эта штуковина жрет максимальное количество операционки, но здесь такого не было, и это, несомненно, радует. Если вы сейчас зайдете на Яндекс.Маркет и скажете мне, а что это за такая высокая цена, то ответ мой будет достаточно прост. У Lenovo есть один единственный конкурент, который стоит от 250 тысяч, а у Lenovo стоимость начинается от 150 тысяч и заканчивается 250. Так что вполне понятно, почему надо брать именно его, ну, с точки зрения какой-то ценовой политики, потому что дешевле варианты вы не найдете. Стилус идет в комплекте, что не может не радовать. Помимо стилуса в комплекте идет колесо, которое вы уже можете запрограммировать, и оно максимально полезно, потому что вы можете его настроить, во-первых, на громкость, на яркость, контрастность, и самое удобное, вы можете его настроить на размер холста, точнее на масштаб холста, что достаточно удобно. Но с другой стороны, вы можете и на экране это двигать, но это одна из самых полезных функций этого кольца. Также это колесо вы можете поставить и слева, и справа. То есть, если вы левша или правша, вам будет одинаково удобно. Еще в комплекте идет клавиатура, мышь, и вот здесь еще есть беспроводная зарядка. Это прям супер круто. Но, с другой стороны, вы постоянно, скорее всего, будете отвлекаться на телефон. Но классно, что она есть, и при этом здесь нет каких-то еще дополнительных проводов. Получается, вы используете только один провод, это провод питания. И все. Давайте перейдем к моему финальному мнению. Мне было, честно, сложно оценить как-то его работу, потому что я все-таки веб-дизайнер. А моноблок отлично подходит для иллюстраторов, графических дизайнеров, фотографов. Но что точно меня порадовало, это его производительность, потому что часто что-нибудь подлагивает, что вечно там тормозит, и вот здесь такого не было. Еще мне понравилась подвижность этого дисплея, и думаю, что тем, кто рисует, будет это максимально удобно, потому что его можно положить как мольберт. Я могу точно рекомендовать этот моноблок для тех, кто устал рисовать что-то на бумаге и хочет перейти в диджитал иллюстрации. Вам точно это понравится и будет удобно, стоит только привыкнуть. Моноблок полностью подстраивается под вас, и он интуитивно понятен. Так что для тех, кто не совсем разбирается с техникой, или, например, для творческих людей, которые сразу хотят начать творить, а не читать инструкцию, это будет максимально полезная функция. Огромная благодарность ребятам из Lenovo, что они предоставили мне такой длительный тест-драйв и вообще доверили съемку этого обзора. В описании к этому видео будет вся подробная информация и о моноблоке, и обо мне. Подписывайтесь на мой канал, надеюсь, видео было для вас полезно. Увидимся в новых видео. И самое главное, не забывайте, если не попробуешь, то никогда не узнаешь, на что ты способен. Всем пока! Thank you.